Привет, привет, дорогие друзья! Сегодня наконец-то мы разберем, как вязать вот такой вот красивый оригинальный цветок. В прошлом видео я вам показала попетельно, как вывязывать такой узор. Переходите, смотрите. А сегодня я вам расскажу и покажу, как делать вот такие вот цветные, красивые цветочки и в то же время на изнаночке чистенько, красиво, без протяжек. Да, я понимаю, что многие уже догадались, как это делается. Но вот такой узорчик очень красиво. И смотрите, можно разноцветные брать ниточки и вставлять в такой вот узорчик. И получится очень оригинально. Вот у меня розовенькие, голубенькие, беленькие с люрексом. Наверное, не видно, но там люрекс беленьких. И еще присутствует вот такой вот коричнево-желтоватый. И все это так очень красиво гармонирует. Так, дорогие друзья, сегодня я не буду вязать этот узор. Я уже подготовила вот эти вот дорожечки, в которые мы будем вывязывать цветочек. Кто не видел, как это делается, прошу, переходите на мое видео, которое называется «Каменный цветок узор» и вяжите. А сегодня я вам покажу, как это просто и легко делаются вот такие вот красивые цветочки. Итак, для этого нам понадобятся маленькие клубочки пряжи. Вот такие, как вам хочется, чтобы гармонировали с вашей пряжей, с вашим узором. Но у меня вот такой вот темно такой серо-синий основной цвет. И для этого я подобрала вот такие вот красивые цвета. Это я уже поотматывала от клубочков, чтобы здесь не шуршать большими клубочками. Итак, приступим. Так, смотрим. Смотрим, первая, значит, у нас вот такая вот дорожечка. Что мы делаем? Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелечек до вот этой вот центральной дорожечки. Теперь, что нам нужно делать? Давайте возьмем вот розовый цвет. Такой вот розовенький цвет. Теперь к основной ниточке мы подставляем другой цвет и начинаем выполнять движения. Такие легкие движения с верхнего правого угла вот этих вот дырочек, отверстий. Мы начинаем вывязывать петелечки. Одна петелечка. Так, что-то соскочило сейчас, секундочку. Так. Тут первая петелечка, просто надо так аккуратненько. Так, вот одна петелечка. Так, мы ее провязываем лицевой. Теперь во вторую дырочку заводим, вторая петелечка. Провязываем лицевой. Третья дырочка, провязываем лицевой. Видите, очень легко и просто. Здесь просто кажется, что сложно. А на самом деле это очень просто, очень увлекательно. Так, 4 провязали. Теперь центральная у нас лицевая. И продолжаем левую сторону. Теперь левая сторона у нас начинается вывязываться с нижней дырочки. Подхватили, вытянули, провязали лицевой. Подхватили, вытянули, провязали лицевой. Следующую подхватили, вытянули, провязали лицевой.
Итак, у нас должно быть 9 петелечек с одной центральной. 4 по одну сторону, 4 по вторую сторону. Так, еще одну здесь я не вытянула. Вот четвертая. Вот так вот получается 4. Теперь берем крючочек и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9. Вот эти все 9 петелечек подхватываем и провязываем. Ниточку и провязываем. Так, спицу удаляем, подтягиваем и провязали. И теперь одеваем на спицу. И смотрите, вот у нас получился такой цветочек. Теперь вот эту ниточку лишнюю мы обрезаем. Обрезаем, оставляем кончик, чтобы потом заправить. Чтобы вот здесь красиво потом заправить. Вяжем дальше. Берем теперь основную ниточку. Вот эту мы теперь не берем. Основную ниточку вяжем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пришли снова к центральной полосе. Берем другую ниточку. Вот давайте я вот такую вот коричневенькую ниточку возьму. Снова к центральной ниточке, к основной, вернее, ниточке. Тут оставляем хвостик, чтобы его потом заправить. И снова выполняем такие же движения. Снова мы с верхней правой дырочки вытягиваем петелечку, одеваем. Лицевая, вторая, одеваем, лицевая, третья, поддеваем, лицевая петелечка, так, четвертая. Видите, как легко и просто это все делается. Как говорится, да, глаза боятся, а руки делают, и все прекрасно. Начинаем левую сторону. Ага, одну провязали, да, лицевой, центральную. Теперь левую сторону, с нижней стороны начинаем. Провязали. Вторую. Провязали. Третью. Провязали. Так, и четвертую провязали все 9 петелечек. Теперь берем крючочек наш, помощник, считаем петелечки, чтобы не промахнуться. Да, у нас должно быть до центральной 4, после центральной 4, 1, 2, 3, 4. Поддеваем это все дело крючочком, вот так вот. Ниточку вытягиваем, подхватываем. Так. Подтягиваем и продеваем. Вот у нас уже получился второй цветочек. Точно так же мы берем, отрезаем лишнее. Опа, есть. И вот уже два цветочка у нас красивых. Ну и давайте третий цветочек уже я провяжу с вами. Сделаем мы его розовеньким. Так, снова 11 петелечек. У нас получается между цветочками 11 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Так, правильно? Правильно. Раз мы дошли до центральной, у нас все правильно. Ну и берем, розовенький был, голубенький. Вот голубенькой ниточку, голубенькую возьмем. Также к центральной основной ниточке. И выполняем еще один
цветочек. Видите, как все легко и просто. Мне тоже было очень так интересно, когда я вот эти вот узорчики увидела, рассмотрела. Конечно, прежде чем вам показать, я все тщательно изучила, посмотрела. Также в прошлом видео я вам рассказывала, что вывязывание вот этих цветочков, соединение их в одну петлю, да, есть по-разному. Все я это просмотрела, все это. Ну, я выбрала для себя оптимальный вариант. То есть мне с крючочком очень удобно. Вообще, крючочек в вязании, он всегда должен быть нам другом. И всегда быть рядом. Немножко говорю, петелечки сбрасываются. Вообще, я вам скажу, на камеру так немножко сложновато. Нужно смотреть и на камеру, чтобы попала в кадр, и за камеру смотреть. Ну, это интересная такая работа, кстати. Туда-сюда смотреть. Сбрасывается. Ну, ничего. Все классно, все хорошо. Мне очень этот узорчик нравится. Я, наверное, что-то придумаю, свяжу своим родным из этого узорчика. Так, вот видите, все я сделала. Теперь вместе петелечки все продеваем. Так. Вот так вот легко и просто это все делается. И с юмором главное, да, мои дорогие зрители? Юмор всегда должен присутствовать. Отрезаем ниточку, все убираем клубочки, довязываем рядочек, довязываю лицевыми петелечками, изнаночный ряд по рисунку. И вот у нас получилось, так, уберу лишнее, вот такая вот красотища. Видите, как легко и просто. На изнаночке также берете крючочек. И вот эти вот ниточки, сейчас я вот так разверну, чтобы было мне удобно, да? Берете эту ниточку. И вот здесь такие вот есть бугорочки. И вы эту ниточку заправляете. Заправляете так, чтобы она у вас... потом при стирке не вылезла. То есть можете даже и завязать узелком, а потом спрятать ниточку. Но это уже решайте сами. Вот одну я заправила. Также эту заправлю. То есть вы так крутите, вертите, смотрите, как красиво заправить, чтобы потом это... не торчала, не вываливалась. Я так примитивненько покажу, потому что, естественно, это же образец у меня, да? Ну вот, допустим, да, вот так вот сюда-сюда заправили. Ну, вы поняли меня, вот так, да? А потом берете лишненькое, обрезаете. Вот, и аккуратненько, так чистенько получается. Также и вот здесь сделать. Тоже и здесь, и получится у вас изнаночка вот такая вот чистенькая, красивенькая. Вот это изделие, образец, я же не разглаживала. А вот когда оно постирается, разгладится, вообще будет ровненько, красиво, хорошо. Так что, мои дорогие друзья, вяжите такие красивые узоры. Я даже такие узоры считаю шикарными. Ну, это просто шикарный шедевр. Я делюсь своими знаниями, своими наработочками, такой вот красотой. Просто прелесть. Все, я вам показала, как это делается. Применяйте в своих изделиях. И все, пока-пока, до новых встреч.
Baby, don't be sorry.